Хочу вас поздравить с 72-летием победы в Великой Отечественной войне. Сегодня праздник со слезами на глазах. Со слезами на глазах, потому что сегодня мы вспоминаем о миллионах светлых душ, которые забрала эта проклятая война. Сегодня мы вспоминаем о жителях блокадного Ленинграда, которые умерли с голоду и с холоду. Сегодня мы вспоминаем об узниках фашистских лагерей, которые были замучены и убиты в газовых камерах. Сегодня мы вспоминаем о всех детях, которых убил фашистский солдат. И мы об этом помним. Но мы сегодня чествуем наших героев, убеленных сединами ветеранов Великой Отечественной войны. Всех тех, кто принял на себя удар, отстоял страну. И всех тех, кто, не жалея сил, в тылу ковал победу. Они заслонили распространение фашизма на всей земле. Пусть скорбь о них будет светла, а память жива до тех пор, пока живут народы, спасенные простым советским солдатам, отстоявшие мир и жизнь на земле. Пусть в наших сердцах, сердцах детей, внуков, правнуков, праправнуков, навсегда сохранится искренняя гордость за героическое поколение, ставшее примером бескорыстного служения своему Отечеству. Низкий поклон, мои дорогие ветераны! Ура! Спасибо! И низкий поклон всем тем, кто дожил до этих дней. Дорогие ветераны, желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, вам и вашим близким. Дорогие ветераны, в наших венах течет ваша кровь, кровь воинов-победителей. Поэтому мы как праздновали День Победы 9 мая, так и будем праздновать. С праздником, друзья! Днем Великой Победы! Ура!